Wi-Fi модуль Intel, модель 512AN. Работает на частотах до 5 ГГц, 5.35, и поддерживает протокол 802.11n. Для чего он мне понадобился? А понадобился он мне для моего старенького ноутбука Acer. Здесь модуль Wi-Fi есть, он не сгорел, не сломался, он отлично работает. Одна проблема. Он не работает по протоколу N. Он работает только по протоколу 802.11abc. Соответственно, скорость подключения у него очень маленькая. Ну и передача файлов идет с низкой скоростью. Вы это могли заметить на одном из моих стримов, когда я стримил с этого ноутбука, и были задержки, приходилось уменьшать битрейт, потому что, ну, было все очень плохо. И вот для того, чтобы увеличить скорость, я и купил вот этот модуль, который уже поддерживает протокол N, то есть скорость у нас должна быть в два раза больше. Ну, давайте сначала включим и посмотрим. Ну вот смотрите, модуль, который у меня установлен сейчас, он подключен на скорости 54 мегабита в секунду. Согласитесь, что это очень мало. Ну а теперь давайте установим новый модуль, который я только что получил. Вот наш модуль, который установлен. Старый модуль. Нужно аккуратно отключить антенки. И открутить два винтика, которые держат нашу плату. Вот наш модуль. Модуль Anatel. Это тоже Intel. И теперь поставим новый модуль. Подключаем антенны. И закрываем крышечку. Нам туда лезть, я надеюсь, уже больше не придется, так как модуль, по идее, новенький, запечатанный и будет хорошо работать. Этот модуль N, есть такие же модули уже с новым протоколом 802.11ac, которые еще быстрее, плюс содержит еще на борту модуль Bluetooth. Но такой модуль стоит намного дороже. Я находил такие модули по 1500, а этот стоил, не помню, ну, ссылочка будет в описании, посмотрите, стоил копейки. Вот, ну, 1500, не знаю, я пока не готов выкладывать. К тому же я уверен, что и протокола N мне более чем достаточно. Ну, не будет хватать, всегда можно будет купить и новый модуль. Ну и вот смотрите на скорость подключения. 300 мегабит в секунду. Вот таким нехитрым способом мы во много раз увеличили нашу скорость подключения. Вот, в принципе, и все. Ссылочка будет в описании. Всем пока, до новых встреч, увидимся.